Закончится урок, тогда будет прилетать. А те, кто прилетает, они говорят, о чем мы с вами будем общаться? Вы же еще мясо едите. Это основной аргумент. То есть вы настолько тупые, что питаетесь мясом. О чем тогда с вами разговаривать? Да? Это основной аргумент. Вот инопланетян, ну, которые там серо-буро-малина. Не все же там, вот я светлый, вот я темный. Есть же там градация. И вот которые прилетают серенькие такие, они говорят, а мы и не будем с вами общаться. То есть вы еще не доросли. То есть если человечество питается мясом, это критерий. Вы убиваете животных. Это сами говорите, не делай то, что себе не желаешь. Если вы хотите питаться чужим телом, то мы будем питаться вашим телом. Имеем на это право. Что они сейчас и делают. Сколько людей бесследно исчезает. Куда они все деваются? То есть если мы выращиваем скот, чтобы убивать, и нас точно так же, как скот. И имеют на это полное право. Если мы скотина, ну значит скотина, значит и должна и получать то, что заслужила. Так же? И я двумя руками за это.